Всем привет! Это вторая часть видео ленточной пилы из фанеры с наклонной стойкой. Сегодня покажу изготовление столика для этой ленточки. Линейку упор. Потестирую распиловку бруса на разных скоростях. И напилю заготовок для авторских часов. Вставку сделал из 3-миллиметровой фанеры. Поскольку у винтов М8 очень небольшая цилиндрическая головка, между листами фанеры установил шайбы. Т-трек высотой 12,8 мм, фанера 12 мм. Пришлось снять эти 0,8 мм, чтобы Т-трек не выступал. При наклоне стойки выяснилось, что винт, с помощью которого прикручен подшипник, упирается в столик. Пришлось сделать стамеску углубления 5 мм. Размер стола 500 на 440 мм.
Фанера ламинированная 18 миллиметров. Пруток 20 миллиметров. Шпилька 12 миллиметров. Резьбу накатал под винт М3. Вставку клею со смещением на пару миллиметров от центра к верху, так как шпилька в ручке тоже установлена со смещением. Чтобы ничего не заедало, отверстие вставки высверлил большего диаметра, чем шпилька. Для начала выставляем на частотнике половину от максимального значения. На шкиве получается 775 оборотов в минуту.
Диаметр колеса 27 сантиметров. Чтобы узнать размер окружности, надо радиус, который составляет 13,5, умножить на 2 и умножить на 13,14. Получается 84,78. Теперь, чтобы вычислить скорость ленты, 775 умножаю на 84,78. Получается 65704 сантиметра в минуту. Или 657 метров в минуту. На такой скорости пилит немного задумчиво. Немного разгоняю двигатель. На шкиве 1100 оборотов в минуту. По той же схеме считаю скорость ленты. Получается 932 метра в минуту. Распилил за 15 секунд. Скорость ленты не выросла даже в 2 раза, а распил почти в 3 раза быстрее. Скорость двигателя на этот момент составляла 2230 оборотов в минуту. Выставляю частотник на максимальное значение. Обороты двигателя при этом 2980 оборотов в минуту. Возможно, частотник разогнал его выше заявленных характеристик, а может, тахометр слегка завышает. Материал для часов в основном использую березу и дуб. На шаблоне нанесена разметка под механизм. В качестве опалубки использую ЛДСП, которую обклеиваю скотчем. Это позволяет обойтись без разделительной смазки. Бортик делаю из малярного скотча в 3 слоя.
Чтобы избежать вытекания смолы, шов промазываю герметиком. Силиконовую форму густо промазываю жидким мылом в два слоя с тщательной сушкой каждого слоя. Ссылка на смолу и красители будут под видео в описании. Добавляю перламутр. Чтобы дерево не сплыло, заливать буду в два раза. Первый слой залил. Жду пару дней, чтобы смола затвердела, и заливаю второй слой. Некоторые срезы получились толще высоты опалубки, поэтому не залили смолой до верха. Срезаю лишнее с помощью фрезера и самодельной каретки. Thank you.
Некоторые механизмы имеют втулку с высотой резьбы всего 6 мм. Чтобы не делать всю перегородку толщиной всего в 3 мм, в середине выбираю углубление около 2 мм. Сделал вот такое приспособление для выбирания пазов под деление. Длину пазы можно отрегулировать. Деление заливаю подкрашенной эпоксидной смолой. Финишная шлифовка перед финальной заливкой.
Из новых кисточек бывает лезет ворс, поэтому в конце всю поверхность тщательно осматриваю. Поверхность, на которой происходит заливка, должна быть выставлена четко по уровню, чтобы смола растекалась равномерно. После высыхания бывает, что поверхность получилась не идеальная, так что некоторые заготовки необходимо шлифовать и полировать. Сперва шлифую без воды, так лучше видно неровности. При финальной же шлифовке опрыскиваю водой. Пасту использую всего двух видов. На мой взгляд, результат получается неплохой. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось видео, можете подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока!